лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях исполнитель и собиратель русского народного фольклора Александр Маточкин. Здравствуйте. Здравствуй, Саша. В дни Великого Поста мы с тобой встретились на Лаврском мосту. Вот хотелось бы поговорить о духовности, о посте, о творчестве, о фольклоре, как это отражалось в нашем народе, поговорить о тебе, как о носителе этого фольклора, о чем болит твоя душа вот в нашем современном мире. Расскажи немного о себе, ну, чтобы зрителям было понятно, с кем мы встретились. Откуда есть пошло, да? Да, да. Откуда я взялся? Для меня важно, что род у меня вятский. Отец и мать святки, они... И я до 14 годов ездил туда каждое лето. И вот оттуда, я думаю, самосознание мое. А вообще мама уехала в город Североморск Мурманской области. Там она была архитектором, строила этот город. Я там родился. А в 17 лет я решил уехать в Петербург. Приехал сюда в 95 году, поступил в университет Санкт-Петербургский, занимался историей, фольклором, лингвистикой, много там закончил всего, изучил. Вот такой мой путь. А с 98 года я занимаюсь фольклором, сначала в ансамбле университета. Ты понял, что это не только изучать надо, но и сохранять, да? И да. Даже передавать каким-то образом. Да, постепенно возникла идея такая, что изучать-то изучаем, а для чего изучаем? Может быть, имеет смысл этому придать, ну, продолжение, чтобы это не заглохли, вот эти песни, не утихли, они на нашем поколении не прекратились. Вот, и потихоньку стал петь, сейчас вот пою и стараюсь и людям тоже с ними. Долгое время я для себя пел. Вот, там, где-то работая в кочегарке, там, в прачке. Вот выйдешь и попоешь в ночной работе. Вот, а год как я решил это продвигать. По-моему, пока собираю в гостях у себя, пою для друзей своих. У тебя многодетная семья, сколько у тебя детей? Да, детишек у меня 5, ждем 6. Есть такое дело. И, в частности, я вот стал выходить к людям тоже со сказками, потому что этот жанр вот в жизни, в быту моем наиболее востребован. Ну, в силу вот этих причин тоже. Потому что детки без сказок не заснут. Поэтому вот этим тоже занимаюсь. То есть ты своим собственным детям, да? Конечно, каждый вечер. Отрабатываешь на них свой профессионализм, да? Да, они первые были слушатели. Но при этом я не... Вот в чем пафос и интерес вот моих занятий, что стараюсь сохранить и говор, вот тот язык, те интонации, ну, даже звукоизвлечение, вот все как вот попытаюсь сохранить, как оно было, ну, веками, и как удается еще записывать в экспедициях. Я участник многих экспедиций. Вот сначала, да. В твоем репертуаре есть духовные стихи? Да, вот если говорить сейчас, у нас время поста, и вот раз я попал сюда в это время, то я отобрал и сегодня покажу пару примеров именно постовых жанров. Значит, у нас в деревнях люди собирались в какую-то избу во время поста. Работы полевые уже закончены, и зима уже, и скоро весна. Таких работ нет, и такие длинные вечера. Да. Если вообще о фольклоре говорить, надо учитывать, что деревня от деревни отличалась. В одной деревне так, в одном крае так, юг, север, Сибирь.
Ну вот, например, чтобы что-то рассказать, вот возьмем близлежащую Карелию, Олонецкая губерния. Как там это было? Действительно, Великим постом собирались пожилые женщины. В основном духовные стихи пели женщины. Ну, по крайней мере, это та ситуация, которую вот записали ученые в 20 веке. Собирались постом и учили эти стихи. Стихи назывались. Вот стихами назывались и духовные стихи непосредственно, и баллады, и былины иногда попадали в этот жанр. Вот, причем они занимались в это время пением, не просто пели, а какую-то работу исполняли ручную, свою рукодельную, женскую. Я не очень разбираюсь, но вот... А ты мог бы сейчас нам что-то спеть из этого? Да, надо бы спеть. Вот, ну, я, может, перечислю, кто знает, тот знает, вот о чем пели. В основном вот сохранились «Голубиная книга», «Стих о Вознесении», «Об Алексее Человеке Божьем», «О страшном суде», «Михаила Архангел». Вообще круг вот этих песен был не очень большой, ну, десяток, может быть, тем излюбленных, которые во множестве, но у каждого сказителя своя песня. Вот эту, что я сейчас спою, это Антон Борисович Суриков пел, сказитель, и я по записи заучил аж 1926 года. То есть старинные вот эти все записи, послушаем. Как со той страны, со восточной, выпадала книга голубиная, голубиная, среди города Иерусалима. Собралось ко книге 40 царей, ай, 40 царей, 40 царевичев, да, 40 попов, 40 поповичев, а никто ко книге пристать не смел, да пристать не смел, прочитать не знал. Собралось ко книге 40 царей. Принимался за книгу да волотоман царь, волотоман царь да волотомьевич. Он читал ту книгу ровно 3 года, прочитал во книге только 3 листа. Ну скажи, сударь, распремудрый царь, распремудрый царь Давид Евсеевич, отчего начался наш белый свет? Солнце красное, луна небесная. Солнце красное, луна небесная, звезды частые, да млад светел месяц. А начался наш белый свет от лица его, да от Господнего. Солнце красное от очей его, звезды частые, да от косиц его, млад светел месяц от главы его. А скажи, сударь, распремудрый царь, а которо древо всем древам мати, кипарис на древо всем древам матину, почему ж оно всем древам мати, что на том на древе распят Иисус Христос? А скажи, сударь, распремудрый царь, а которая река да всем река мати, а Иордань река всем река мати, почему ж она да всем река мати, оттого она всем река мати, что в ней крещены сам Иисус Христос. Спасибо, Господи. Погружаешься, да? Чуток можно рассказать, да? Да, рассказать. Это вот маленький фрагмент песнопения. Вот, вообще, такой, видите, похоже на рассказ. Не поймешь, то ли песня, то ли рассказ. Вот это повествование,
Я вот не пою сейчас, вот не думаю о том, что это песня. Именно повествую и вспоминаю голос вот того сказителя. То есть я себя сейчас чувствую сказителем. Это во многом может быть, ну, своеобразная игра в каком-то смысле. Но с другой стороны, это и моя жизнь, потому что давно этим занимаюсь. Вот. И каждый сказитель что-то и другое там споет. Вот. Ну, вот такие, вкратце, может быть, какие-то вопросы, да? То, что пришло в голову. Так, это стих, ну, знаменитый, старинный, это беседа трех святителей, там это все в форме вопросов и ответов было, вот такое художественное произведение, ну, духовное, неправильно сказал, духовное произведение Древней Руси. Вот оно притворилось, и удивительно, что вот люди пели долгое время, порой бывшие безграмотными, не умели читать, но передавали вот такие песнопения. Вот, с канонической точки зрения, может быть, сомнительно, но, тем не менее, из них тоже, по крайней мере, имена узнавали вот, святых. Да, да. Вы говорили, что балладный жанр, да, есть? Да, и вот я упомянул. Что да. еще? Какой что жанр? Вот называлось-то все стихами, стихи они да. поют. Но там мы, как ученые, различаем, что есть духовные стихи, а есть баллады. Баллады – это такой жанр, где присутствует семейный конфликт. И обычно она трагически имеет исход. То есть погибают люди. Вот. И об этом пели тоже, передавали знаменитые баллады Василия и Софии, которую сегодня вот я хочу исполнить. Ну, кстати, и в духовной стихе тоже вот этот семейный конфликт, например, о братцах Лазарях, тоже там есть какие-то, тоже пелись. Вот. Там «Сестра и братья-разбойники», другие баллады. Не приходят в голову, но тоже их небольшой круг-то на самом деле был. Спойте его. Споем, да? Да. Все они печальные, вот это пела бабушка. Это буквально 80-е годы записи, и надо упомянуть, помянуть добрым словом сотрудников Пушкинского дома, которые все это до нас донесли. Я сейчас тоже участник экспедиции, но вот уже таких песнопений не услышишь. Ни «Голубиной книги», ни вот «Василия и София», которые я сейчас спою. Но остались записи, аудиозаписи, по которым вот я учу и воспроизвожу. Было у матери семь дочерей, все они ходили во Божью во церкву. Все они молились одному Господу, все они стояли до покрылоса. Все они сказали: «Господи Боже мой!» А Софиюшка сказала: «Да Васильюшко мой!» А Васильюшкова мать да преуслышала, она да разогневалась. А пошла она во город да во Киево, да взошла она к царю да ко Владимиру. На полошечку купила зеленого вина, а на другую купила зелья лютого. Вот Василия да Софию со Божьей церкви ведут, а Васильюшкова мать да идет с новых города. А Василию подносила зеленого вина, а Софии подносила зелья лютого. Ты, Васильюшко, пей, да Софии не давай. И Софиюшка, пей, да Василию не давай. А Василиюшка пил и Софии подносил. И Софиюшка пила, да Василию подносила. Оба они да поприставилися, оба они да поприставилися.
Вот Василья не сода на буйных головах, а Софию то не сода на белых на руках. А Василья хоронили по правую руку, а Софию хоронили по левую руку. Вырастат над Васильем кипарис деревцо, вырастат над Софией золотая верба. Вершинки с вершинками свивались, листышек с листышком шептались. Уж как старою ты, дедок, он помолится, середи веку и дед, так полюбуется. Середи веку и дед, полюбуется. Уж как малое дитя да поростешится. Вот такая картина. По да. сути, это русские Ромео и Джульетта. То есть за несчастную любовь, вот они вместе. А, вот. Но пели в пост, потому что и напев печальный, и, видимо, серьезные чувства это вызывало у людей. Вот надо сказать, что вот стихи пели, а вот песни уже ну, непосредственно любовного содержания, там хороводные, какие еще бывают, плясовые тем паче, они не пелись вот в пост. То есть вот именно такого типа сказания были. И былины пелись, которые тоже, думаю, стоит показать людям вот, и рассказать. Может, прямо сейчас? Или, ну, или ну какой-то да. промежуток? Чтобы сразу, да. Да. А, вот я многим иногда рассказываю, кстати, вот о моей теперешней деятельности. Я вот год как долго пел, я сказал, для себя, а решил делиться с людьми, приглашать в гости. И вот год этим занимаюсь. И люди приходят, вот современные, и образованные, школа, университет, и удивляются тому, что былина, оказывается, это песенный жанр, что это не жанр из книги, да, который, ну, все мы изучали, про Илью Муромца, а на самом деле былины пелись. Как пелись? Тоже для многих удивлением, открытием является то, что пелись без сопровождения гусель, как нам вот стереотип дают. На самом деле акапелла, вот как я сказываю, и мое направление именно в том, чтобы воспроизвести максимально форму народную. Вот, например, я спою о Сухмане. Вот, сегодня у нас такой вечер, что мы взяли один регион, нашу вот Олонецкую губернию соседнюю, то есть Карелия нынешняя. Вот это тоже был сказитель, очень талантливый, на мой взгляд. И по записи 40-го года я вот заучил такую былину о Сухмане. Ну, мы только начало споем, они долгие. Вся былина занимает вот время нашей передачи, я думаю. Как во славном во городе во Киеве, да у ласыкова, у князя, да у Владимира. Ай, было пированица, почетен пир, да на многих князей и на бояр. Да на русских могучих богатырей, да на всю поляницу преудалую. Ож и все на перу напивались, а и все на честном да наедались. Вот и день у нас идет нынче ко вечеру, а почетный пир идет на весели. А я все на перу, пьяны веселы, а в полупере-то все тут стали хвастати. А я сильный хвастает своей силою, хваткая богатырская.
а богатые хвастат. Ай, золотой казаной, а еще иной хвастат, что кони добрые. Умный хвастает отцом матерью, а безумный-то хвастат молодой женой. А затем да за столом и за дубовым там сидит Сухимантий да Одих и Мантович. А ничем он и молодец не хвастает, а еще князь Владимир столь на Киевской. Ай, по грединке своей да запохаживал, а уж он желтым окудрями да запотряхивал. Ай, жители да Сухимантий, Одих и Мантович, ай, что ты сидишь, ничем не хвастаешь. Ай, не ешь, да не пьешь, да не кошаешь, или чара тебе шла нерядовная, или место тебе не по отчине, а или пьяница да надсмеялся ти. Говорит на то Сухимантий да Одих и Мантович, ай же ты, солнушка, да ты, Владимир и князь. А я чара мне шла рядовная, да и место мне было, да по отчине. А я пьяница, не надсмеялся мне, только нечем и мне, ко молодцу, похвастать. Ай, похвастать, да не похвастать добру молодцу, что я съезжу сегодня да к осенью морю. Привезу тебе лебедушку живьем в руках, я не ранену лебедку, не кровавлену. Вот завязка только. Спасибо, а что Господи. Дальше было? Дальше там интереснейшая история, уверяю вас. Следующая передача, да? Да-да-да. Услышим. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Все это очень интересно. Да. Как вот современные люди это воспринимают. Это же генетически у нас есть. Поднимаются пласты, да, погружаешься в это и становишься сопричастным к культуре, истории, вере, да, нашего народа. Да, да, да. К обычаям. Вот, надо такое возвращение к своим корням. Я вообще вот вырос и возрос в 90-е годы, и вот первые годы, когда я для себя открыл это, например, первую русскую песню, ну, такую вот, о чем я говорю, деревенскую, что пели бабушки, я в 20 лет услышал. И тоже первые годы вот я не понимал, откуда взялся этот интерес, потому что я рос, обычно слушал пластинки, обычную музыку, которую удавалось там из телевидения, из радио. Вот. Ну, наверное, это все-таки сказались действительно воспитание родителей, то, что я рос среди бабушек, вот в этой, почему я святки начал, вот в этой, ну, по сути, деревенской среде, и вот был интерес, вот я разговариваю с бабушкой, да, с моей, и она мне записывает куст деревень, в которых она, ну, выросла, мне это интересно было в те годы, а потом говорит, сейчас ни одной деревни уже нету из той. Конечно, у меня возникает интерес, а что там они пели, вот, какая была культура, вот все оттуда, конечно, идет. А интерес у современных, наверное, та же история. Вот сейчас, кто вот эти молодые ходят, приходит молодежь, тоже откликаются по интернету, говорят, что молодец, вообще такого не слыхали. То есть тоже просыпаются, вот действительно, неподготовленные люди откликаются. Есть такое, да. Сейчас мне это очень понятно, вот молодежь ищет. Я и сам себя еще старым не считаю, но так. Просто у меня пройден этап поиска, наверное, уже вот я буду эту тему продолжать. Да. Сейчас идет пост, да. Надо подумать о душе, и фольклор этому способствует. Особенно он как-то замедляет время, фольклор. Он никуда не торопится. Раньше просто были протяжные вечера, да? Да. Зимние, постовые настроения такие.
Само мировоззрение, конечно, оно предрасположено. Причем вот эта серьезность у них круглый год, каждый день. Mm-hmm. То есть они очень, очень серьезно относятся и к жизни. И действительно, вот церковное образование, там, где оно доходило до деревни, оно, конечно, принималось всецело. И есть отражение, можно чуть-чуть неформально. Ну ладно, про голубей вот спеть. Ну ладно, уже... Я не просто хотел с тобой поделиться своей песней. Да-да-да, она у нас, с удовольствием послушаю. Традиционно я делюсь с каждым участником. Если останется время у нас передача. А может быть, это такой, прозвучит такой пауза ноты. Да, я вот вчера, буквально вчера проснулся с таким интересным чувством, покаянным, потому что в пост размышляешь о себе, о своих грехах, тяжело. Я думаю, что это не только со мной происходит такое. И беру как бы такого героя, нашего среднего православного грешника, вот, у которого просыпается покаянное чувство. И вот я написал такую песню. Она называется «Склони колени перед Богом». Склони колени перед Богом, поплачь, заблудшая душа, и поскорби перед порогом, и поразмысли не спеша о том, куда ушли все силы, на что потратил жизнь свою, куда меня мечта носила, в каком краю теперь пою. Безводная пустыня и холод сердца леденит, и не смиряется гордыня, в душе отчаяние гранит. А когда-то я был маленьким мальчиком со светлой душой и чистой совестью. Я просыпался утром от тихого счастья. Я любил всех, и все любили меня. Что же теперь стало со мной? Почему мне так больно, страшно и одиноко? Почему радость ушла из сердца моего? Почему? Склони колени перед Богом, иначе жизнь твоя беда. С каким придешь к Нему итогом? Чем оправдаешься тогда? Верую, Господи, помози моему неверию. Верую, Господь и Бог мой, Господь и Бог мой, Господь и Бог мой. Я даже сам не знал, как она у меня получится, потому что она еще не сформировалась. Но вот такое настроение. Я думаю, что это в каждой русской душе есть вот это все покаянно, и корни заложены. У нас это просто, может быть, убивали много лет. Может, эти корни были обрезаны.
Но это же невозможно, да? Господь этого не попустит. Ну, конечно. Не, люди, вот я то, что общаюсь, конечно, сохраняют облик. Вот интересно. Ничего не сказал, да. Но вот, да. Ты хотел песню какую-то еще маленькую, да? Ну, может быть, мы как по времени. Мне кажется, что мы только-только начали, видимо, прошло уже, да? Да, вот просто темы возникают эти. Я еще должен про себя сказать, что я не особо актер, ой, артист сценический. Вот эти все песни, они просто вот в быту я их пою и могу спеть. И вот у меня просто возникают по ходу. Вот ну, есть такая небольшая песня. Ну, все-таки у нас время заканчивается. Закончилось. К сожалению, да. Но зато у зрителей будет желание продолжить да. и услышать что-то. Осталось всего минута. Я попрощаться должен. Спасибо, Саша, что ты пришел. Да, вот. Вам спасибо, что да. позвали. Спасибо, и надеюсь, что ты до есть, новых встреч. Что ты являешься носителем культуры, что ты передаешь. Это очень важно. Вот. Я очень рад, что кому-то это надо. Да, спасибо, Господи. Нам это все это очень интересно и нужно. Mm-hmm. Боже, тебе помощи в твоем творчестве. Спасибо, Господи. И чтобы детишки твои были здоровы, счастливы, жена. Вот, чтобы Господь не покидал вас. Божьей всем помощи, дорогие братья и сестры. Мы с вами прощаемся. Передача «Лаврские встречи». Я ведущий священник Анатолий Першин и гость нашей программы Александр Маточкин, фольклорист. Певец, сказитель. Да, сказитель народной русской песни. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо, Господи.